Лето закончилось, а ремонтные работы в самом разгаре. В Кирове на улице Блюхера дорожное полотно в районе дома номер 59 подмыло грунтовыми водами и возникла яма, которая угрожает безопасности людей и транспорта. С места событий репортаж Ивана Швецова. Не прошло и месяца с тех пор, как городские власти и генеральный подрядчик Гордормостстрой объявили об окончании ремонта дороги на улице Блюхера. И вот на ней появилась огромных размеров яма, в которую без труда мог бы провалиться человек или даже часть автомобиля. И только по счастливой случайности этого не произошло. Сейчас ведутся работы по устранению дефекта. 2 августа, когда администрация города организовала пресс-тур по поводу окончания ремонта на улице Блюхера, никто и подумать не мог, что проблемы с качеством работ возникнут так скоро. Только когда приходит ответственный, качественный, проверенный подрядчик, все делается в срок, вовремя и качественно. Это еще раз одна иллюстрация, что, пожалуй, самое сильное дорожно-строительное, даже ремонтное предприятие нашей области – это наше муниципальное предприятие «Гордормострой». Сейчас рабочие откачивают воду из образовавшейся ямы с помощью мотопомпы. После этого опасный участок попытаются изолировать от дальнейших протечек. Самое видное то, что буквально недавно заложили новую дорогу, асфальт хорошо, но обидно то, что те деньги, которые выложены на строительство дороги, просто пущены, мягко говоря, в никуда. Комментарии по проблеме от городской администрации и генерального подрядчика смотрите в наших следующих выпусках. Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.